Добрый день, друзья. Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quiz. Мы находимся в Канзас-Сити, в музее искусства Нейл Артинсон, на экспозиции серебра американского. Я начну с самых вкусных экспонатов, которые меня очень потрясли, потому что подобных вещей я не видел. Последний раз меня вот так удивляла экспозиция только Лолика. В Москве года 3 назад, кажется, приезжала эта экспозиция. Вот, сейчас я второй раз испытал такое же потрясение по поводу решений очень интересных. Поэтому начинаю с самых-самых вкусных экспонатов. Это очень необычно сделано все. И это надо рассматривать. Определенно здесь чувствуется влияние модерна. Гнутые растительные формы, цветы, растительные орнаменты. Вот такой вот интересный головной убор. Еще раз краткое описание. Мы начали рассматривать. Такая вот диадема, или что это? Тоже интересный головной убор. Сделан очень интересно. Стекло и серебро. Насколько просто элегантно сделано, согласитесь. Пошли экспонаты попроще. Хотя серебро все, но экспонат, конечно, попроще. Ну, такая кружечка у нас хорошенькая для пива. Тоже серебряная. Наверное, из такой кружки пиво пить особенно вкусно. А это ситечко, наверное, для чая. Конечно, Остап Бендер использовал более простое ситечко, но это ситечко тоже воодушевляет. Набор солонок и перечниц. Простые формы. Ничего сложного. Ну, вот такой вот занятный чайничек. И вот таких еще два объектика здесь у нас. И еще одна кружечка. Thank you.
Ну и завершает наш показ последний стенд с арт-объектами. Это вот такие вот блюда, натертые до блеска. Настолько натерт, что видите, как в зеркале даже я отражаюсь. Учитывая, что серебро старинное, но в отличие от других металлов оно не темнеет и производит впечатление, что сделано как будто пару дней назад. Оставайтесь со мной на канале, пишите комментарии, всегда интересно читать, что вы пишете. И хорошего.